несколько раз вижу уже в подобном исполнении шахматы, и каждый раз впечатление такое, что они сделаны из мрамора. Одна часть из белого мрамора, вторая из черного, вот с такими прожилками. Скажите, это так задумано, чтобы так выглядело, как будто они из камня? Это задумано действительно так для современного интерьера, для какого-нибудь скандинавского стиля, модерна. Это будет очень красиво смотреться. Но на самом деле это используется массив дуба и ясеня. Здесь даже, вот если откроете ящик, можно посмотреть, что это действительно натуральное дерево. А здесь просто нанесена патина, лак, хорошего немецкого производства.